Привет, друзья, с вами Варчик. Вы хотите в тренировку, хотите ее запустить сами и на одном компьютере. Я вам помогу. Новость, конечно, не свежая, но мало ли кто-то не знал. Заходим на сайт Sandbox, качаем эту программу, выбираем там для Windows 10 или просто для другой Windows. Все там есть, нажимаем кнопки скачивать, скачиваем. Все быстро качается, программа много не весит. Начинаем ее установку. Все просто. Выбираем русский язык, тыкаем всегда далее. Все быстро, четко устанавливается. World of Tanks не хочет добавлять пока что или не может функцию запустить тренировочную комнату самому. И вообще, в принципе, World of Tanks с одного компьютера запускаться два раза в два окна не хочет. Хоть и некоторые игры могут запускаться спокойно в два окна. Но World of Tanks не хочет. И мы ему поможем этой программой. Все установилось быстро, четко. Ищем папку там, где мы установили World of Tanks. Заходим в нее. Ищем ярлык worldoftanks.exe. Запускаем этот ярлык по-обычному, как вы запускаете. Два раза левой кнопкой мыши тыкаем. И она запускается. Наша World of Tanks. Ждем, пока она там загрузится, загружается, и создаем тренировочную комнату. Запустили первый клиент, создали тренировочную комнату, заходим в ту же папку правой кнопкой мыши на тот же ярлык World of Tanks.exe, выбираем запустить в Sandbox, нажимаем просто ОК, запускается у нас второй клиент, и все. Все, в принципе, дальше понятно и легко. Мы заходим на тот же самый сервер, на котором зашли с первого клиента. И приглас кидаем с первого клиента на второй. Выбираем танк. И дальше все еще проще. Запускаем и радуемся. Делаем то, что мы хотели изначально. Потестить карту, там позиции поизучать. Вот так вот. Можно все сделать самому. И не ждать, пока там разработчики что-то там добавят, возможность не добавят. Мне сейчас надо запустить тренировочную комнату, и я ее запускаю. Вот, в принципе, и все. Все работает четко и офигенно. Способ очень довольно-таки простой. Я догадываюсь, что, подумав логически, можно понять, что запуск двух клиентов потребляет больше ресурсов, чем запуск одного клиента. И если у вас вместо компьютера пустой вакуумный пакет, то, ну, я думаю, вы поняли, да? Но если у вас нормальный компьютер, ваш комп не почувствует вообще. Одна игра, две игры. World of Tanks очень оптимизированная игра. И если комп нормальный, то все будет чики-пуки. Для чего это вообще все нужно? Это нужно для того, чтобы поизучать карты, позиции, поездить. И, в принципе, надо. Вот мне надо. Я хочу видео записать, я хочу запустить. И мне вот это искать какого-то человека, там, который будет или не будет. Он чуть-чуть со мной там два боя прокатится, потом у него времени нет, он уйдет. Я еще должен кого-то искать. Или с какими-то детьми сидеть в других тренировочных комнатах, которые там визжат, кричат. Да, я могу выключить звук, но оно мне надо. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.